найти нормального мужика? Многие девушки задаются этим вопросом. Да нигде, с неба упадет, уверяет нас Дорама. В дорамах так принято, кто на кого упал, значит судьба. Вот и нашей героине прилетело счастье. Их главное крышу сломал, а ноги ей не переломал. Как известно, браки создаются на небесах, поэтому там должен быть порядок. Но божество по имени Баян нарушил правила и случайно порвал нити судьбы, из-за чего был наказан и сброшен на землю. И приземлился он на девушку по имени Шангуань, которая является схвахой, из кожи вон лезет, чтобы кого-то поженить. Так как кто-то напортачил на небе, то люди теперь не хотят жениться. Хотя ноги целые, но крыша сломана, платить надо. Она ему предлагает отработать в сфере сватовства. Но ее упрекают в том, что она одинока и как она может кого-то сосватывать. То она упрашивает его стать ее эффективным женихом.